Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, у меня очередная новинка из серии баб-поинтов. Называется Бабвердс. Перейдя в описание по ссылочке, кто захочет присоединиться, вы попадете на такую страничку. Здесь как бы ничего такого нет. Пишут, что за $1 нам дают 3000 баб-поинтов. Хочу сразу сказать, здесь я работаю абсолютно без вложений. Почему? Скажу чуть позже. Давайте перейдем к регистрации. Я здесь уже зарегистрировалась. И регистрацию я сделала вчера. Видео я не писала. Я просто запустила рекламу. Мне уже прилично партнеров. Значит, давайте. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем регистрация. Пишите имя, юзернейм, логин, имейл. Повтор имейла. Пароль еще. Пароль. Вводим вот такую капчу. Ставим галочку. Нажимаем регистрация. Далее входим в аккаунт. Я зарегистрировалась и вводим капчу. FHVP. Логин. Так вот проект. Что-то их в последнее время многое развелось. И ой, как бы не нарваться на мошенников. Но пройти мимо я тоже не могла. Так как я обожаю такие проекты. И если подойти с умом, то, конечно, можно здесь неплохо в таких проектах зарабатывать. Вот. Ну, это наша домашняя, друзья, страничка. Это, как всегда, пуша за баланс. Баланс на вывод, как видим, у меня 11 центов уже. Это, друзья, реферальные начисления идут. Как я сказала, я здесь работаю абсолютно без вложений. У меня 120 бонус вот этих поинтов баб. Монет, нулевая группа у меня и 26 партнеров. Как я сказала, я запустила просто рекламку. Вот. И что по поводу пополнений хочу сразу сказать. Естественно, один пакет стоит $1. Нажимаю отпак. И здесь можно... Ну вот, пуша за баланс и аккаунт баланс. Можно с аккаунта это все делать, покупать. Когда у меня будет $1, я прикуплю, конечно. За $1 нам даются баннерные кредиты 3000 и бонус AD Point 3000. Как я наберу, как бы, 3000 доллар, и у меня уже начнется денежные ссылочки. Вот. Вот здесь можно посмотреть вот зеленым вот эти группы. Ну, как всегда, 1600. Я вот собираю баб-поинты, так как я ничего сюда не вкладывала. И когда вот у меня будет 1600 вот этих поинтов, я перейду в первый уровень и, соответственно, я буду получать за просмотр рекламки уже по 12 центов. Далее, что еще надо вам сказать? Ой, по поводу пополнений. Вот это ADD фунт мы пополняем. Также в дальнейшем можно это делать с аккаунт баланса. Но также здесь есть и платежные системы Perfect, Payer, ну и CoinPalmet. Почему я не пополняла? И если бы здесь было минимальное пополнение от $1, я бы, может, не может, а скорее всего бы закинула $2, как бы, ну, на раскрутку, да, чтобы мне было легче уже работать. Но здесь минимальное пополнение от $5. Вот я ввожу циферку 1, Payer. Нажимаю send и минимум депозит $5.
И минимальный вывод также отсюда 5 долларов. Так что смотрите сами, кому как. Далее, что еще? Вы по выводу. Ну, я вывод вам сказала. 5 долларов, вы это сами посмотрите. Здесь нужно вводить пин-код. Когда вы первый раз зайдете, у вас будет вот две вот таких графы. В первую вводите шестизначный код. 6 цифр. Повтор. 6 цифр. Нажимаете, сохраняете. И потом, когда, чтобы зайти, он высвечивается. Я как бы не буду вам ничего показывать. Сами, если решите принять участие в проекте, уже войдете. Далее вот сюда вводите пин-код свой шестизначный. Нажимаете сюда. И вас перебрасывает на страничку вывода. Повторяю, минимальный вывод отсюда 5 долларов. Возвращаюсь в аккаунт. Значит, есть у нас что? Вопросы-ответы. Обязательно переведете на русский. Да, здесь вот и написано. Видите, минимум на вывод перевести на русский. Даже в вопросах-ответах, какой минимальный вывод? Не менее 5 долларов США. Но остальное уже как бы это все прочтете. Я уже не буду это все зачитывать. Далее есть форум. И здесь вот от админа, что проект стартовал вчера. Здесь тоже переведете, как бы это все прочтете. И соответственно еще никто ничего не выводил денежных средств. Далее рефералы. Кликаем баннеры. Находится наша партнерская ссылочка. На домашней страничке есть. Ну и, естественно, баннеры. У меня все баннеры в работе, поэтому я уже пригласила, как бы запустила рекламку. И у меня одни иностранцы, только 2 человека из России. И вот они, обратите внимание, по реферальной программе, друзья, как здесь идет, почему у меня 11, сколько там, центов уже. Здесь оказывается комиссион. Так, комиссион, подождите. Вот, в долларах идет. Вот у меня человек просмотрел, мне вот капнула копеечка. Еще просмотрел копеечка. Здесь вот, и вот за каждый просмотр, то, что все, во-первых, работают без вложений партнера. Вот. И за то, что они работают, то также идут начисления в долларах. Значит, у меня Россия, Италия, Украина, Италия, Индонезия, Босния, Герцеговина, Россия, Эквадор, Хунгария какой-то, господи, Филиппинос, Алжирия, Румания, Оман, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия. Так, опять Нигерия, Япония, Индонезия. Ну, иностранцы такие буксы, они любят, конечно. Вот. И я запустила рекламку, как бы, и вот ко мне пошли партнеры. Ну, а вы же смотрите сами, я никого не принуждаю вкладывать, не призываю. Я сама работаю здесь без вложений и как бы попробую так вот. Вот. Так как у меня все силы брошены на другие. У меня есть новые проекты из серии баппоинтов. И я увеличиваю группу уже. Я в третьей группе. Как бы уже поддерживаю ее в тех проектах. И уже начинаю собирать денежку на вывод. А тут же пока я вот без вложений. Так. Рефералы я вам показала. Сеттинг. Персональный сеттинг, друзья. Опять же, тут надо, ладно, придется ставить на паузу. В персональном сеттинге прописываем платежные реквизиты. Прописали платежный реквизит. Сюда вставляем пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем «Сохранить». Форум сеттинг не надо. История. Депозит история, как я уже сказала, у меня пусто. Но по выводу нет. Так, а здесь у нас
Будем, если бы у меня были, я пополнилась, я бы могла здесь загружать как бы баннерную рекламку. Но так как у меня денежных средств я ничего не вкладывала, мне нечего здесь рекламить. Вот здесь будут отображаться как бы баннеры, кредиты, бонусы. Теперь по поводу просмотра рекламы. Здесь вот такая вот рекламка. Значит, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рекламок. И просматриваем, кликаем мы на рекламку. Ждем, когда загрузится шкала. И вот такая тут своеобразная капча, что мне вот понравилось. Значит, ищем один перевертыш. Видите, все вот эти вверх, вот это вот отличается. Кликаем на нее. Все нам зачет. Вот таким вот образом стало бледным цветом. Это ярко-зеленым. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Ну, в принципе, больше здесь добавить нечего. Все, что могла, рассказала, показала. Хотите работать — работайте. Не хотите работать — не работайте. Никого не заставляют, никого не принуждают. Это ваше право. И вот у меня стало 130 баб-поинтов. Будут какие результаты? Ну, конечно же, я запишу видео. Ну, а пока что я, друзья, работаю без вложений. Страшновато как-то рисковать с $5. Вот. Была бы хоть какая-то гарантия. Ну, а то можно было бы, конечно, рискнуть закинуть $5. А так я пока что поработаю без вложений. Ну, а вы же решайте сами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.